еще дверь просела, плохо закрывается. Надо было что-то тут тоже помастерить. Не знаю, когда... Лепота страшной силы. Мой фильтр работает, все прекрасно. Всем привет. Всем привет, дубак, не могу, девочки, у меня отопление на 50 включено, как зимой. Что это такое-то? Я мерзну и мерзну. Говорю, сейчас к вечеру согреюсь. Достала курочку, варю рис. Прям в пакетах. Сейчас посолю и закрою. Нравится мне. Хотела плов сделать. Да, отдельно все сделаю сейчас. Отдельно этот пожарю. Отдельно рис сварю. Вроде на улице потеплее сегодня стало, но нифига не тепло. Да, плюнь. Плюнь-то хорошо, а мне холодно. Фильтр журчит. Вам на нервы действует, да? Нет? Хейтерам на нервы действует. Их же бесит, когда лишняя вода куда-то там вытекает. Хотя таким фильтром пользуются кругом. Везде. Люди. Если что, на минуточку. Я не знаю, я счастливо закрыла на ютубе комментарии, живу спокойно. Я просто вот, ну, смотрю ребят всяких разных. Столько говна там на этом ютубе пишут. Кошмар. Такое ощущение, как будто весь дебилизм там собрался вот для того, чтобы написать всякие гадости. Даже у нормальных, успокоенных таких блогеров, да, это я эмоциональная там такая вот. Блин, ну есть такие вот, вот как смотрю, очень нравится мне про их теплицу смотреть. Прям они меня вдохновляют. Господи, кто в нашем доме мусор накладывает целую... мусор каждый раз. Не успеваем выкидывать мусорное ведро, оно бац, и опять целое, бац, и опять целое. Как так, девочки? Как будто здесь кто-то ест тоннами. Вроде никто тоннами не кушает у нас. Откуда столько мусора берется? Теперь все попеременяла маленько. Вечно ищу, куда что положила.
Давай, Люба, не свинячь. Один фиг свинячу. Поросенок. Все-таки на Дзене больше положительного всего, чем на Ютубе. Скажите, девочки, на Дзене, если появится какая-нибудь какашка, с ней с одной проще справиться, чем вот, когда их там тысячи. А чем больше канал, тем больше на нем какашек. Я имею в виду по подписчикам. Не могу, девочки, пока расстаться с полотенцами. Пускай пока висять. Так, что дальше я буду делать? Морковку надо натереть. Или порезать. Не знаю. Представляете, что сделать с морковкой? Ой, на днях у меня упаковка начинается, отправка. Мне даже страшно, у меня больше 100 посылок, девочки, накопилось с этими холодами. Не люблю я копить. Ну, все, я думаю, что это последнее. Сейчас натру. Сейчас Иринка скажет, что моей теркой не пользуешься. Ирин, пользуюсь. Ну, здесь одну морковку натереть. Не одна терка от Иринки, одна терка от Викульки с Ксюшей. Вся в подарках. Попрошайка. Плюши наложу морковки тоже. Тертый. Он тертый, хорошо кушает. Все равно большая. Че ты уже поближе садишься? Девочки, магнитные бури прошли вроде несколько дней назад, а у меня сегодня голова болит. Уже таблетку выпила.
А у вас не болела голова в магнитной буре? Морковку хрумку, девочки. Вкусненькая такая. Мартюшки маслица. Да, зайка моя? На. Вкусненько. Сыночке маминому. Нет, что-то выбирает еще. Что выбирает? Масло слизывает, засрань. Как вкусно. Распробовал. И закончилось, да, плюш? Витаминки, сынок, натуральные. И маслица, и... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кипить, девочки. Мешаем огонь. Пусть чай кипить. Готовится. Так, а мы что с вами делаем? Достаем казан. Где у меня казан? Еще вот здесь надо разобраться, девочки, как-то. Ой, как мне нравится этот казан. Девчат, вы меня как вот начинаю в нем готовить, начинаете спрашивать. Люб, дай ссылку на казан. Девочки, знаете, у меня как много заказов в Озоне? Вы не представляете. И вот искать его, где он там, я его заказывала. Угу-гу. Понимаете? Ну, ищите сами. Ну, где вот это самое? Не пропускайте видео мои. Я же в них показываю вам все и объясняю, и говорю. Добавляйтесь ко мне в ВК. И если видео свежее, заказ свежий, я даю девчатам ссылку. А вот так, когда уже он был купленный полгода назад, ну где я вам искать ее буду там? Я за полгода уже на Озоне миллион оставила. Так. Лук нам надо сначала обжарить. Я себя чувствую, вот все последнее время делаю, да, прям, не знаю, такое ощущение, как будто у меня крылья появились за спиной, мне летать хочется. Я вам говорю, если я еще найду себе помощников, кто мне будет в лесу помогать, самхом, это будет вообще песня и сказка. Ну, не знаю, как это сделать, чтобы их найти, подходящих помощников. В нашей области, в другом, как сказать, поселке, городочке, есть... Такие люди, которые собирают мох и сдают. Ну, это его собирают для срубов. То есть, ну, там, может, другой мох, не знаю. Но они собирают, по-моему, не тот мох, вот, который мне нужен. Они худенький собирают. Я так думаю, не знаю. Но это ездить надо туда. Нет. А что я убрала? Свою фирсдеперстовую дощечку.
все, и журчать перестало. Фильтр набрался. И все замолчало. Ой, ну да, фильтр. Осмо, собачок. У кого бесит это журчание, пускай в другое место слив подсоединяют. И ничего журчать не будет. В общую трубу, если подсоединить, журчание слышно не будет. А у меня слышно, потому что оно подсоединено к этому. Ну, под раковиной, которая стоит. Как она? Как она, девочки? Сместитель-то этот. Поэтому слышно. В квартире у меня не слышно. Потому что там на общий слив подсоединено. Ой, господи, забыла, что греется-то. Вот так бывает. Сама готовлю, сама забывает. Я показывала, да, вам вот такие крючочки приспособила. Не помню, где их покупала, по-моему, в Фикспрайсе. Крючочки. Нет, девочки, я все-таки решила, что, ну, кухню я покупать сейчас не буду. Потому что покупать кухню, да что ты никак не размерзнешься. Это значит, ну, делать ремонт на кухне. Не поставишь ведь ее так. Надо менять потолок натяжной, потому что он уже настолько от газа закопченный, что пипец. Ну, короче, это опять трата денег. Поэтому потолок, ой, кухня будет после переезда цветов на постоянную жилплощадь. Ну, то есть, когда определюсь с землей. Что ты, блин? Менять кухню — это менять газовую плиту, это менять вот это все. И встанет это в хорошую копеечку. И опять земля отодвинется. Нет, все, хватит. Все последующие средства денежные будут откладываться уже на землю. И так много потрачено. На одно, на другое, на третье, на десятое. Копилка-то одна. Вот. Чё, лучок обжарился? Отправляем курочку жариться. Все, с открытой крышкой пока жарю, пока не испарится вода. Нравится мне эта тарелка, тяжелая такая, пап. Иди, 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 иди сюда.
Лежать, скажи, мама, негде, наставила тут своих коробок. Терпи, зайка, сейчас увезу попозже все на склад. Пока терпим. Где я тебя освобожу? Иди, мама тебя освободила, балкон. Коробку унесла поближе к двери, чтобы ее в машину унести. Как вам мой прикид? Халат в халате. Там халат косуха. Да надо же такие вот халаты, блин, делать. Дочь вчера сидела полночи, там свои ногти делала, но она купила какие-то накладные. Я говорю, ты не то купила, доча, надо было, как вот Лена нам делает, ну, какой-то закрепитель. Так воды много пьет. Вот, они у нее там поотвалились за ночь. Ну, придешь, сделаешь. Много чешется. Вот. Моя любимая прихватка. Новые берегу. Берегу, потому что они у меня горят об газ. И те будут такие же, если я буду ими пользоваться часто. Кому не нравится, не смотрите. Мне нравится. Вообще не надо насиловать себя. И смотреть то, что вам не нравится. Ну? Что вы себя насилуете прям? Вот как снимаю видео, вижу, вон те херни висят. Господи, сняла наконец-то! Люба, как тебя не это, не разорвало? Стиральную машинку, да, сейчас запущу. Пусть постирает. И фартучек мне пригодится, хотя он уже порвался. Нужны новые фартучки, Любе. Сколько можно намекать-то? В мелочах-то хоть можно Любе помочь-то? Не прошу же мне дом купить в конце концов. Или землю. Могла бы открыть сбор средств. Никто не против, можете. У кого есть лишние пару миллионов можете мне выслать. У кого есть пару миллионов лишних? Признавайтесь. Хватит.
спрятать? Чего они у вас лежат без дела? Как думаете, рис сварился, нет? Я времени засекла. Забыла. Чай жарится, варится. Готов рис, смыло. Ты, наверное. Ой, мне так нравятся эти ребята вообще. Я вот стою и вспоминаю. Думаю, прошлый год перед тем, как тут заедем, мы тут столько стеллажей делали. Вообще, ребят, тоска эти реки, кошмар. Я как вспомню, думаю, как это мы пережили. Смотрю, многие из вас тоже их смотрят, мне писали. Все, морковку бросаю. Это все обжаривается. Почти 5 год прошел, да? Целый год больше, как мы с тобой натягиваем ребенка, да? И... Голова вроде проходит, девчат. Прям вообще. Тут трансформаторная будка была, а не голова, блин. Я убрала свои любимые прихватки. Что-то надо сюда еще положить, чтобы вкусно было. Я люблю такую подливку в собственном соку. Сейчас морковку обжарю. Что, у меня эти все закончились. Паста перца закончилась, а я ничего не заказала. Сейчас посмотрю, что у меня там специи, которые автоклав дарил. В универсальной приправе. Где моя глаза? Блин, надо помыть глаз. Как-то плохо увеличивает. Лук, кориандр, куркума, морковь, перец, чили опять, паприка зеленая. Чеснок. Ну, здесь очень мелко. Гранулы. Чего? А, чеснок, гранулы, сахар. А сахар зачем? Так, девочки, погодите. Очень мутный мой глаз. Поэтому я не вижу в него. Либо слабое увеличительное стекло. Но там очень мелко, прям вообще очень мелко. Двадцать третьего я иду к глазному. Петрушка, зелень, пажитник, укроп. Видали? Вот так.
А вот так, ну, вообще даже, даже и близко не вижу, что здесь что-то написано. Чуть-чуть добавлю такое, чуть-чуть добавлю для курицы. Это универсальное. Ну, для курочки. Господи, у меня этих специй можно роту накормить. Лаврушечка, девочки. Забросили. Жареный лучок. Он свой вкус придаст. Что, вам ничего не видно, да господи боже мой. Тоже знаете, как будет вкусно. Петрушечка. Укропчик. Носки одела, себя человеком ощущаю. Мне прям тепленько. Запишите в книгу рекордов Гиннесов. Она вперед попалась. Чистенькая прихватка, новенькая. Можно заливать водичкой и пускай томится. Муку никакую никогда не добавляю в подливу. Во-первых, изжога потом почему-то мучает, когда мука добавлена. Вот. А вот так в собственном соку мне очень нравится. Смотрите как, да? Красиво, насыщенно. Перчика не хватает этого. Пасты перца. На сольку надо попробовать. Так вкусно. Хоть с гречкой, хоть с рисом, хоть с макаронами, хоть с картошкой пюре. Чешется, девочки.
что, все, сейчас потомится. И вкусненько будет. Сейчас на осень, на зиму. И уже весной, уже, наверное, когда снег сойдет, уже смутно помню, давно это было, мелкие. И уже такая она начинала распадаться от ультрафиолета, начинала уже разлагаться. А лохмотья такие уже болтались. Мне, наверное, к концу весны такая фигня происходила. Вот и летом такие уже оборванные теплицы стояли. И потом опять все заново. Опять речки дирать, клюву убирать, новую резать, стелить, набивать, прикреплять и так далее. Было весело. После этого мы покрыли теплицы поликарбонатом. Да, поликарбонатом покрыли одну теплицу. И я такой, наконец-то. Сейчас на одну теплицу меньше работы. Ой, кошмар. Вспомнишь, хочется плакать. Но на самом деле зато ты прошел через все это, и ты стал сильнее. Вот, вспомнил. Смотрю их и улыбаюсь, девчат, вот реально. Пока загадывать не буду, как поет. Потому что еще черенки. Ты молодцы. И, короче, дофига всякой фигни еще по мелочи. Ну, сделаем потихоньку, как обычно. Между делом. То немножко, это немножко, да. И по чуть-чуть все сделать. Главное, старт уже положен у вас. Молодцы, ребята. Чё, девчат, курочка пусть еще томится, я сейчас себе бульончика налью и перекушу. А с курочкой буду ужинать. Потому что она уже... Мороженая курочка, ей надо подольше поделаться. Согласитесь? Может, у меня тут маленький кусочек где есть? Ну, как совсем без мяса-то? Да нет, оно еще. Ну, вот если только совсем масенький. Все, это пусть томится. Пущай томится. Вода чистая у меня везде, такая осадка никакого в чайнике нету, девочки. Если бы вы могли представить мой внутренний душевный кайф. Угу. Прям вообще. Вы сегодня у меня на штативе стоите. Вторая баночка сметанки у Любочки. Фу. Хорошо поработал. Можно и поесть. Хорошо. Так, вы что-то криво стоите у меня. Так нормально? Пойдет. Руки смой на голове. Такое ощущение, как будто мне надо было куда-то сегодня съездить. Нет, здесь мне не нравится. Оно отсвечивает так, что у меня как будто бы прям мешки под глазами. Но они, конечно, есть. Погодите. Я вас сниму со штатива. Вам не больно было, нет? Вот так стойте.
мой маленький штатив. Один. Еще есть еще один. Еще есть большой для камеры. И до хрена чего есть. Ой. Сметана стояла близко к концу холодильника. Замерзла. Одна половина. Ну, одна половина нет. Обалденно. Обожаю. Я эту сметанку полюбила прям. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье. И никого не слушайте. Малоежки, проходите мимо. Так, что-то не хватает. Соли, наверное. Салатик достала заранее, чтобы согрелся. Надо съездить в магазин. Купить огурчик, помидорчик. Для салатика. Озон у меня сегодня карта должна прийти. Рис такой надо купить. Только здесь 5 было пачек. Надо купить где больше. Пачек. Смотреть хочу, озон не пришел еще у меня. Сейчас поем, как раз допою, съезжу. Угу. Можно забирать. Фольга пришла. Фольгу заказала, кстати. Можно забирать. Карта пришла. Карта еще. Трусишки пришли два вида. Три вида, наверное. Не? Подождите. Так, фольга пришла. Стеллажи еще в доставке. Трусики, карты, трусики. Передаем в доставку. Один комплект еще передается в доставку. Мешалка моя аж 31 мая придет. Я говорю, аж 17-е. А что тут осталось до 17-го-то? Господи, скоро придет. Короче, поеду заберу, что пришло.
скоро у моих девчонок день рождения. У крестной дочки, у Кристинушки, у Ярославушки, у сыночки старшего. У Ярославы с Кристиной 6-7 июня. У сыночки 13 июня. У среднего было 30 апреля. Но я его не поздравила, потому что у меня нет его номера телефона. Тот телефон, который был, он не абонент. Так. Это тот сын, у которого, который родил мне внучку. Телефон не абонент. Кристине и сыну старшему подарю денежкой. Вот. Ярославушке часы заказала уже вот эти, они пришли. Показывала вам, да? И денежку тоже. Пускай сами покупают, что хотят. Сейчас, наверное, кто, новые зрители, думают, как это? У ребенка недоступен телефон. И она так спокойно на это реагирует. И я бы уже... Ну, и сейчас там я же мать, которая... Уже бы сошла с ума. Прошло время, когда я сходила с ума. Прошло. Когда нужны были от мамы деньги, нашел и телефон мой. И сообщил о внуче. И 2 года созванивались, списывались. Внучу показывал. Ну, а потом мама в каком-то... Из сообщений сказала, что небольшие трудности у меня с деньгами. Пока деньгами помочь не могу.
И все, и пропал ребенок мой. И телефон больше недоступен, и внучу больше не присылает. Я не рожала их для того, чтобы всю жизнь обеспечивать их деньгами. Они взрослые и самостоятельные. У каждого своя семья. Старший, наоборот, всегда говорит: мам, помочь деньгами. Я говорю: нет, я могу тебе помочь, если надо. Нет. Так что осуждение про детей, если кто-то хотел осудить, совершенно неуместно. Чтобы осуждать, нужно знать внутреннюю ситуацию изнутри. Девчат, я обожрался. Я отдала им свои самые прекрасные годы, которые не вернуть обратно. Они должны это ценить и помнить. И росли они всегда в ласке, в заботе. И все делала всегда только ради них. И для них. И ни в чем они никогда не нуждались. Даже в тот момент, когда я сама сидела голодная, а у них было все. Вот. Все, мои хорошие, поехала в Озон. Заберу свои заказы. Может, покажу вам в следующем видео, что забрала. Хотите? И не просите примерку трусов. Это что это такое? Наташа Тренина. Ждем примерку трусов сначала от тебя. Вот как покажешь у меня на канале примерку трусов, пришлешь мне видео, я его смонтирую, выложу для всех, мы посмотрим. Ну, а потом тогда я подумаю. Угу. Без обид. Люблю вас. Ну, а в принципе, что без обид-то? Вы же мне такое написали, пишите, что надо примерить, да? Что тут обижаться? Я вам просто сказала только после вас. Я даже, если честно, моделей не понимаю, вот этих, которые, ну, рекламируют вот эти трусы и все такое на себя одевают. Не понимаю. Можно на манекене это показать. На искусственном, да? В общем, это тема другого кино.